Смирно! Вольно, сынок, вольно. Отряд Агузов еще в перестрелке. Да, командир. Полковник Тамриз покинул район с командой для эвакуации раненого. Где они? Добрались до вертолета? Да, командир. Ясно. Раненые? Сержант Гёкай. У нас есть по ним сведения? Они сказали, что он в тяжелом состоянии. Жаль, очень жаль. Хорошо. У нас есть данные о группе, с которой ведет перестрелку отряд Агузов? У нас пока нет сведений, командир. Ясно. Свяжи меня с капитаном Каранлыком. Да, командир. Командир, сколько их? Они сильно давят. Я не знаю, сколько их, но они профессионалы, это точно. Они профессиональные негодяи, командир. Если что-то случится с Тимуром... Командир, генерал Боскурт на линии. Капитан Батур Каранлык. Да, командир. Доложите ситуацию. Командир, мы ведем бой, их много. Хорошо. Вам нужна поддержка? Нет необходимости, командир. Поддержка не нужна. Мы похороним их здесь, вы не волнуйтесь. Сделайте так, чтобы Тимур выжил. Пусть он выживет, командир. Я понял, капитан, я понял. Не волнуйтесь, вертолет их забрал. Мы будем держать вас в курсе. Заканчивайте и уходите оттуда. Вас понял, командир. Да поможет тебе Бог, сынок. Спасибо. Да поможет им Бог. Сержант. Я хочу постоянный отчет о раненых и о живых. Да, командир. Я в кабинете. Открой дверь, солдат. Готовьте мне перевязку. Сержант. У него снова началось кровотечение, командир. Хорошо, все хорошо. Отдохни, Тимур, отдохни, отдохни. Сколько еще, капитан? 25 минут, командир. 25. Командир, моя дочь. Командир, если со мной что-то случится... Нет, сержант, с тобой ничего не случится. Просто держись, Тимур, просто держись. Хорошо, ты слышал меня? Мой отличный сержант, ты меня слышишь? 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 А? Командир. А? Я доверяю. Хорошо, хорошо, Тимур, 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 посмотри на меня. Тимур, нет, 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 посмотри на меня, смотри на меня. Девочка, позаботьтесь о ней. Не говори так, не говори, потерпи, не отводи от меня глаза, смотри на меня, Тимур. Тимур, открой глаза. Тимур, открой глаза. Сержант, сделай что-нибудь. Командир, мы больше ничего не можем сделать. Все зависит от того, успеем ли мы долететь. Мы отправимся прямо в больницу. Свяжитесь со штабом. Пусть в больнице подготовятся. Хорошо, командир. Тимур, Тимур. Тимур. Ты не можешь так поступить с нами. Открой глаза, Тимур. Ты не можешь так поступить с нами и своей дочкой. Не поступай так с дочкой. Она ждет тебя. Я не буду сообщать твоей матери плохие новости. Я не хочу. Тимур, больница готова, капитан. Сообщение передали, командир. Больница готова. Не трогай меня. Командир, я могу взять его. Я не отпущу, пока не передам его врачам.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова